Всем привет, уважаемые зрители моего канала. Вот сейчас повыше сел. Вот решил запилить видосик, такой вот интересный, о своих 6 масках. Здесь вот висит 5 масок. Вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 масок висит. Но еще 6-я не распакованная, такая же вот белого цвета. 3 маски мне пришли одинаковых белого цвета. Одна вот желтая, одна зеленая и одна синяя. Должна еще вот такая вот, вот как вот эти вот маски, прийти еще 3-я маска белого цвета. Вот такая вот маска. Сейчас я их буду примерять, вот эти вот маски. Вот снимаю первую маску. Вот видите, да? Ой. Тут аккуратно надо. Тут даже и не оденешь-то с непривычки. Вот. Вот. Неудобно. Сейчас вот подвину вперед, чтобы оно не мешало мне. Вот так вот. Все, вот теперь нормально. Теперь вот впереди оно. Теперь у меня пространство над головой есть. Теперь мне не мешает вот эта вот фигня. Вот еще дальше отодвинулся. Вот, вот это вот маска белого цвета. Вторую вот такую вот маску, тоже такую белую, я не буду мерить. Повешу ее вот сюда вот. Вот сюда вот ее повесил. Так, и вот эту вот снимаю сейчас маску. И вешаю тоже вот сюда вот. Вот, вот так вот вешаю. Теперь меряю желтую маску. Вот такую вот. Она поинтереснее, у нее цвет лица более близкий к этому, к естественному цвету лица. Вот можете сравнить две маски. И тут вот еще у глаз подведено черным, а вот здесь вот не подведено. То есть тоже вот такое вот отличие есть в этих масках. Ну вот вы видите, да? Теперь, значит, желтую маску померяю. Очень ее сложно одевать. Вот, желтая маска. Вот такая вот маска. Еще вам хочу сказать, от чего я вот эти вот маски для себя делаю. Вот такие вот маски купил в Китае, заказал много штук. Как вы уже поняли, 6 масок у меня, и скоро придет 7-я. Белая вот такая вот. Вот такая вот. Зачем я их себе заказываю? Сейчас вот популярность, я не гоняюсь за популярностью, потому что мне популярность не нужна, я обычный человек, которому не нужна особая популярность. За популярностью гоняются обычно вот такие вот неумные типы, которые, ну не знаю, с головой не совсем дружат, по моему мнению, потому что из-за какой-то там $1000, которую они в месяц зарабатывают, которую, в принципе, можно и на заводе на хорошем, на металлургическом зарабатывать $1000. Вот эти вот чуваки за $1000 раскрывают свою личность на Ютубе на всю страну. И потом, вот как недавно с Ларином было, это я запомнил, такая вот вещь произошла. Ларин... Ну, о Ларине недавно был баттл, такой рэп-баттл, рэп-битва. Несколько исполнителей, по-моему, двое. Да, не несколько, а двое. Что-то там о Ларине плохое говорили, плохие стишки. И вот потом этот Ларин шел по улице на следующий день. Ларин, это вы знаете... Такой Ларин, видеоблогер известный на Ютубе. И вот, значит, он шел на следующий день по улице.
И школьники вслед ему кричали всякие матные стишки, которые были в рэп-баттле за день до этого прочитаны на Ютубе. Это, по-моему, Оксимирон был и гнойный Слава КПСС. Вот что-то там они про Ларина говорили плохое, и на следующий день все питерские школьники про Ларина всякую ересь говорили. Так, вот это вот снимаю, сюда вешаю и показываю вам зеленую вот такую вот масочку. Вот эта вот масочка самая близкая к человеческому лицу. Вот так вот. Самая близкая она. Вот. Видите, да? Ну и вот, что я вам еще завершить хочу, чем разговор свой. Значит, мне такая вот популярность, чтобы школьники на улице мне кричали вслед: а вот идет вот чувак, вот я его на Ютубе видел, вот давай мы его обматерим, обматюкаем, да еще подойдем, дадим сзади пенделя и убежим. Вот мне такая популярность не нужна совершенно. Это вот я для себя давно решил, еще года 3 назад, не светил до этого я свою личность и не собираюсь светить. Поклонники мне нахрен не нужны, нафиг не нужны, если выражаться более вежливо. И вот синяя маска, вот видите, так, зачесался нос. Синюю маску теперь надеваю, последнюю. Вот. Ну, короче, вот вы видите, в синей маске я выгляжу почти как человек, покрашенный синькой, да? Как реальный человек. Вот. Вот видно, да? Вот так вот. Вот. Как реальный человек выглядит. Это вот вам издалека было, а вот теперь вблизи, да? Вот. Реальная рожа человеческая. Вот. Вот так вот. Вот я вам показываю со всех сторон. То есть профиль лица полностью идеально выглядит. Профиль лица. Так, ну это видео, чтобы у меня получилось на 10 минут. Еще надо дозаписать где-то полторы минуты, чуть побольше, чем полторы минуты. Это я вам время потяну, чтобы добить уж до 10 минут, чтобы я мог вставить рекламу в этот видеоролик. Потому что деньги YouTube приносит мне все-таки. Канал у меня монетизирован. Все-таки какие-никакие, но 3-4-5 долларов в месяц мне приносит YouTube. Так что реклама мне не помешает. Вот, уже остается одна минута. Минуту я вам протяну. Сейчас вот повешу обратно вот сюда вот. Ну вот этот вот крючок. Все вот эти вот обратно маски повешу. Так. Вот. Первая маска. Вот так вот вешаю вторая маска. Вот. Третья маска. Четвертая маска. Тут вот видите, заморочился вам. Сделал креатив. Ой, задевает. Сделал креатив. Заморочился. Вот тут вот видите, взял селфи-палку. Вот селфи-палку, на штатив ее, вот на этот штатив прикрепил. И селфи-палка вот эта вот у меня импровизированной вешалкой служит для вот этих вот масок. То есть маски, они легкие, особо там тяжести никакой нету. Вот это вот все, что наверху висит, оно максимум 200 грамм весит.
А селфи-палка, она рассчитана, по-моему, до 500 грамм или до 600. Ну, до 600 это я загнул, но 500 грамм она выдержит запросто, потому что 200-граммовый фотоаппарат я носил, но вот это вот селфи-палки, вполне нормально держала она. Китайская вот такая вот селфи-палка, очень хорошая и очень дешевая. Единственный минус у нее, что нету желобка. То есть, вот видите, вам видно, вот это вот крутится, видите? Вот эта вот штука крутится. Вот, видно вам, да? Вот. Вот она вот так вот крутится. А так, по идее, она должна защиты быть от скручивания. Если тут вот был бы желобок, у меня есть и с желобком такая вот селфи-палка. И если желобок есть, то вот так вот вращения нету вокруг центра. Так, ну это я небольшое отступление сделал. Уже 10 минут давно прошло. Я, конечно, ради ускорения речи своей ускорю еще вот это вот видосик свой, чтобы, вот, допустим, запишется 13 минут, грубо говоря, а я сожму их до 10 минут, потому что реклама все равно в 10 минут вставится, но скорость речи будет повыше. Не знаю почему, но на Ютубе любят повышенную скорость речи. Потому что сжатие информации происходит, как бы за меньший промежуток времени человек на Ютубе получает больше объем информации, если скорость речи выше. Поэтому вот раньше я делал видеоролики, там была очень речь медленная у меня. Сейчас вот я в последнее время стал убыстрять свою скорость речи где-то процентов на 25, на 30. И вроде бы как восприятие моего канала улучшилось. Я так смотрю. Люди хвалить начали мой канал. Вот в последнее время даже письма пишут, что на моем канале вроде бы харизма хорошая, качество видеороликов выросло. А все потому, что я вот пользуюсь такими небольшими секретиками, допустим, меняю тембр голоса, меняю скорость речи, и за счет этого восприятие видеоролика повышается у зрителей. То есть более позитивная реакция, более позитивная. Ну, комментариев нету, конечно. Не могу сказать, что более позитивные комментарии. Комментарии я отключил из-за хейтеров. Потому что хейтеры меня поддостали где-то год назад. И, вернее, ну, чуть меньше, чем год назад. Полгода назад точно. Полгода назад я отключил комментарии на своем канале, потому что хейтеры задолбали, грубо говоря. Какую-нибудь херню напишут и смеются втихаря про себя. Как я его на это наколол. Мол, как я его оскорбил, как я ему туфту прогнал. А мне читать его херню мозгогребную тоже мало радости. Поэтому, ну, его это подразумевается хейтерскую. Хейтеры вот пишут всякую херню, и я их херню читаю. И мало радости читать хейтерскую херню, поэтому свои комментарии я на своем канале отключил. Уже вот несколько месяцев, больше чем полгода, комментарии отключены на моем канале. Такие вот дела. Вот даже вот смотрите, синяя вот эта вот маска под цвет вот этой вот, как ее, джинсовой ткани под цвет. Тоже джинсовая ткань синий цвет имеет, и маска тоже синий цвет имеет. И получается очень, видите, как очень как бы совпадает, очень, ну, совместимость хорошая маски и вот эта вот тканевая основа.
То есть тут не только лицо надо закрывать, да еще и профиль головы. Потому что по профилю головы тоже могут угадать. Так что вот от хейтеров я вот так вот спасаюсь. Маска на лицо. Отключил комментарии на своем канале и тому подобные вещи. Решил вот вам о масках рассказать, но тут получился небольшой экскурс о моих взаимоотношениях с хейтерами. Такой вот небольшой экскурс в историю совершил. Что происходило год назад. Вот что происходило год назад. Короче, хейтеры где-то раз в неделю 1-2 комментария оставляли мозгогребных своих. И настроение у меня от этого падало. В смысле, ну сейчас они тоже могут мне нагадить немного, допустим, задизлайкать мое видео. Но от дизлайка не такая вот реакция негативная, как от злобного комментария от хейтерского. Потому что дизлайк, с этим я еще как-то могу смириться, но может быть у человека настроение было плохое, не с той ноги встал сегодня, поэтому решил на весь свет обозлиться и всех задизлайкать на ютубе. С этим я могу смириться, что какой-то человек поставил дизлайк. Но вот хейтерскую херню, вот я долго терпел, где-то года полтора я терпел, ну, сначала было 1-2 хейтерских комментария в месяц, потом 3-4, под конец уже по 5 хейтерских комментариев с разных аккаунтов стали поступать. Причем даже хейтеры до такой степени изгалялись, что чтобы оставить комментарий, чтобы я... Они знают, что я баню вот эти вот хейтерские аккаунты. И вот они ради того, чтобы оставить один комментарий, они регистрировали на Gmail почту свою, почтовый ящик регистрировали, регистрировались на YouTube, создавали один фейковый аккаунт, один всего. И оставляли с этого одного фейкового аккаунта ютубного, оставляли злобные комментарии с какой-нибудь, допустим, «ты дебил», «ты чмо». Вот по такому принципу. Такие немотивированные агрессии, даже без объяснений, что ему не понравилось конкретно, а вот просто «ты дебил», «ты чмо», «ты там лох». Вот по такому принципу оскорбления. Или, допустим, на половые темы какой-то мат. Вот такие вот хейтерские комментарии меня задолбали. И полгода назад я отключил у себя вот эту вот штуку. Вот эти вот все комментарии. Оставил только от себя как бы подпись. «Привет, ютубный зритель, тебя очень круто развлекал. Видеоролик мой зашел в твою обитель. Не сочти за труд, подпишись на мой канал». Вот такой вот вы увидите стишок внизу вот этого видеоролика. Вот такой вот я креатив придумал. И от хейтеров я постепенно избавился. Так что нормально все теперь у меня. Теперь настроение мне они не портят, эти хейтеры. И я их послал в лес, всех хейтеров. Ну, а теперь вот эту вот штуку я отодвигаю. Вот так вот. Вот так вот, вот видите, да? Ага, вот так вот. Двигаю. Убрал я. Вот они, вот здесь вот, вот остались, да? Вот здесь вот, маски. Их можно еще вот так вот из кадра убрать. Так, снимаю вот эту вот маску. И на этом я с вами прощаюсь, уважаемые зрители моего канала. Если вы, какой-то новый зритель это видео увидел, просмотрел, то можете подписаться на мой канал. Это я вам за это скажу спасибо и буду очень благодарен. Мне подписчики нужны новые. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки моим видео. Всем счастливо. Лайки ставьте.
Всем счастливо, всем пока. До новых встреч на моем канале.